Здравствуйте! Перед вами Сергей Есенин, селекции фиалковод. Это махровые синего цвета небольшие цветы с золотистой каймой. Ну да, если вот так, наверное, рассматривать, она действительно золотистая, но вот если присмотреться, все-таки с зеленцой кайма идет. Золотистости вот в первом цветении я пока не вижу. Да, розетка аккуратная, из волнистых зеленых, светло-зеленых листьев. Когда цветок начинает отцветать, он жухнет. Вот я его оставила показать, как это бывает. Сорт рос очень медленно, дал много деток лист, но детки росли очень медленно. Может быть, потому что была зима, да, и не очень-то он спешил. Но весной, пересадив их несколько раз, они тронулись в рост очень активно и быстро. То есть вот такие интересные наблюдения за этим сортом. Вообще мне нравится такая вся рюшастость, бахромчатость. И буду ждать золотистую каемочку вокруг этого синего цветочка. Вот. Посмотрим, что будет дальше.